якому віці найкраще за все приводити дитину до ортопеда вперше? Здравствуйте, смотрите, существуют специализированные профилактические осмотры, которые должен ортопед смотреть пациента. Первый осмотр при нормальном течении родов – это 3 месяца, при отсутствии патологии 6 месяцев и потом около года, когда ребенок начинает самостоятельно ходить. Каждый ребенок начинает самостоятельно ходить индивидуально. И от этого зависит третий осмотр. Дальше мы смотрим ортопед пациента около 5 лет, скачок роста 7-8 лет и 12-13 лет – это следующий скачок роста у пациента. Вот такие вот профилактические осмотры считаются обязательными даже при отсутствии какой-либо патологии ортопедической. Чи потрібно дитину вести до ортопеда, якщо він, наприклад, неправильно сидить у школі, чи багато займається за столом, тобто у нього завжди сидячий такий образ життя? Особенно сейчас тенденция к тому, что многие детки ведут более пассивный образ жизни, многие сидят в планшетах, в телефонах, за партами сидят и немного искривляют спину. Для того, чтобы понять, есть ли патология или нет, желательно все равно показываться ортопеду или как минимум семейному доктору, который при необходимости направит к ортопеду. Потому что нам надо будет понимать, есть ли какие-то изменения со стороны позвоночника, есть ли искривление. Тем более, если появляются жалобы, и ребенок начинает жаловаться на быструю утомляемость, на боль в спине, в грудном, поясничном отделе или в шее. В этой ситуации необходимо посещение ортопеда, просто это обязательно. Почему важно для детей взагалі ходить до ортопеда? Потому что врач-ортопед – это врач, который определяет отсутствие или наличие деформации со стороны опорно-двигательного аппарата. То есть мы говорим сейчас про возможные изменения со стороны стоп нижних конечностей, которые влияют на дальнейшее качество жизни. Так, например, искривление стоп может повлиять на весь опорно-двигательный аппарат, может привести к сколиозу, к сколиотической осанке. Это отвечает за всю биомеханику самого скелета. Поэтому ортопед это все контролирует. И при раннем выявлении каких-либо изменений, каких-либо патологий, мы можем это устранить быстро, консервативно, неинвазивно абсолютно и безболезненно, как для родителей, так и для самих наших маленьких пациентов. Чому може бути небезпечно не привезти дитину до вас, до ортопеда, коли у дитини вже є якісь виявлення цієї хвороби? Ребенок росте. У него меняется все в организме в периоде роста. Если есть какая-то определенная ортопедическая патология, мы ее не выявляем на ранней стадии, она, как говорится, становится запущенной уже проблемой. И чем запущеннее проблема, тем тяжелее ее потом будет лечить, и тем хуже будет качество жизни, и тем тяжелее потом пациенту даже во взрослом возрасте будет, например, передвигаться, ходить, вставать, сидеть, ну то есть это мы я сейчас говорю в зависимости от какую патологию мы имеем в виду. Если мы опять же выявляем на ранних стадиях, то тогда это устраняется особенно у деток, особенно в раннем возрасте, достаточно быстро и эффективно. И потом об этом можно даже не вспомнить, что что-то когда-то было. Поэтому советуем на ранних этапах консультироваться у педиатров, у семейных врачей, которые потом отправят к ортопеду. Что робити батькам, коли вони вперше побачили якісь ознаки сколиозу? Обратиться к ортопеду. Или если нет, например, у нас узкая специфика ортопедии, если нет ортопеда, то к педиатру, который скажет, это проблема или это не проблема, не переживайте. Ну, изначально мы смотрим, есть ли асимметрия плечей, есть ли асимметрия лопаток, есть ли асимметрия кожных складок, да, то есть, и мы понимаем, что есть или нет. Я вообще советую, если родители начинают замечать какую-то асимметрию, что-то им не нравится, то лучше прийти и проконсультироваться, пусть им скажут, что это все хорошо вам кажется, чем запустить, а потом обнаружить в более старшем возрасте, в 13-14 лет, уже, например, сколиоз там 3-4 степени. Что робити дорослій людині, яка вважає, що у нього є ознаки сколіозу? Тобто треба йти, мабуть, до реабілітолога, робити якісь фізичні вправи. Чи треба просто звернутися до ортопеда? Взрослый человек при обнаружении, например, мы говорим о искривлении позвоночника, боли в спине, которая появляется, в любом случае, это надо пройти комплекс обследований, да, прийти к ортопеду. Изначально ортопед оценивает ситуацию, это боли в спине связаны с деформацией позвоночника или это какая-то другая этиология данного процесса. Назначаются обязательно рентгенограммы, делаются снимки и считаются углы. Если есть степень сколиоза, мы понимаем, какая степень, потому что их всего бывает 4. И в зависимости от степени угла, степень деформации определяется, и от этого определяется и тяжесть состояния.
Также может при необходимости, если мы говорим про взрослого пациента, да, не ребенка, то может быть нужно будет сделать дополнительно магнитно-резонансный томограф. Если есть только мышечная боль, сколиоз первой и второй степени взрослого пациента, то нам достаточно отправить хорошего реабилитолога на хорошую реабилитацию, причем чтобы реабилитолог достаточно долго вел этого пациента. Там назначаются разные курсы физиопроцедур, разные курсы лечебной физкультуры, разные курсы массажа. Реабилитолог этим занимается достаточно эффективно. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.